Не гараж, скорее склад, забитый спиртным. Ассортимент не уступает алкомаркету. С одним весомым отличием – продукция не маркирована. Разлиты в бутылки с этикетками известных брендов и 5-литровые тары без опознавательных знаков. Такое же разнообразие в двух соседних гаражах кооператива. Без наличия акцизных марок. Тоже непонятная жидкость там. Без срока годности. То на бутылках должна быть дата розлива нет. Акцизной марки, соответственно, тоже нет. Если вдруг возникнет вопрос, прямо... Да, водка. Заполнены помещения и табачной продукцией. Сотни пачек популярных и не очень фирм хаотично размещены на полках, уложены в коробки на полу. Так называемая безакцизка, по версии следствия, хранилась с целью последующего сбыта. В ходе обысковых мероприятий в трех гаражах, расположенных в одном из кооперативов на улице Пономарева, оперативниками обнаружено и изъято более 7 тысяч пачек немаркированной табачной продукции, а также более 1500 бутылок немаркированной алкогольной продукции различного наименования. Стоимость изъятого товара составила более 1 миллиона рублей. Установлено, что данная продукция хранилась с целью последующей реализации. По факту хранения немаркированной продукции с целью последующего сбыта возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.